Всем не баг, не лага, дорогие зрители и подписчики канала Вульферин. Да. Скив. Всем привет. Дрожа! Где он? Мы третьего забыли. А где же Дрожа? И мы продолжаем играть Don't Starve Together, но теперь уже с властью гигантов. И я Вебер. Вебер! И вот это вот существо. Вебер. Черномазая. Евгений, вы заметили концепцию, что вы везде черный? Это все потому, что я черный? Это все потому, что я черный, да. Да, печалька. И этот, у нас, я назову это жорплей, потому что у нас все будут просто жрать. Викфрид, который не может есть ничего, кроме мяса. Вольфган, который тупо поедает все. У нас будет культ еды. Ребят, это мне норм бегать по пути, мне не вам. Да я еще из двух ударов выношу, мне норм. Ой, выноситель. Это что за этот, как его там, пауканизм? Пуканизм. У нас снова этот мир стандарт плюс. Да. Как вы видите, по вещам в инвентаре мы уже что-то нахапали, что-то понабирали. Да, я еду. Я еду. Я еду на медведу. О! И сразу маленький гайд. Когда видите червоточину, что делать? Уи! Делайте уи. Как французы. Уи. Ну что, расходимся, наверное, да? Смотрим окружность, а потом это. Возвращаемся куда-нибудь, смотрим. Вы занырните, тут просто этот флешмоб какой-то свиньи фигашится с мемрами, и к ним еще пауки. Тут целая. Джеки только туда и куда. Да, у меня свиньи меня не любят теперь уже, так что все. Тут просто, тут пауки есть, зато. Надо привыкать, что Антохи теперь против меня. Нет, тут прям, тут прям вообще круто. А, не жрите рыбу, гады. А, дорогу нашел. О, мяско. Отлично. Я пойду по дороге из желтого кирпича и не буду есть. Так, ладно, я обратно. Ой, надо привыкать, что я теперь не робот, у меня всего мало. О, май гад. У тебя нормально, если ты его будешь сытым держать, а так-то печать. Все, имба кончилась, кип. О, май гад, был. Мое время, тут много пауков, и теперь я буду тащить. Ну, или просто сдыхать сюда. Ты будешь вздыхать со словами «я буду тащить». Ну я же тащил, такой, знаешь, вот эта картинка, ну как? А, я же ягоды жрать не умею, да? Да, не умеешь, Виталь, только все мясное. Я поэтому знаю, ты раньше умирал от чего-то, там, от каких-то там внешних факторов, теперь от голода. Теперь от внутренних. От внутренних, да. Внутренних, звучит как-то странно, как будто из меня внутри. А вы куда убежали? Вы по дороге вниз пошли? Я около тебя траву забираю, наркоман, куда ты? О, я вижу. Предлагаю встретиться поближе к порталу потом. Я а мы пойдемте свинок сразу найдем, поселимся. Возле свинок не селимся, Виталий, подселимся возле свинок. О, я нашел. Нет, ты что предлагаешь? Возле... О, нет. Скив сдулся. Я дрещал, все. Все. О май гад, бал. Жека, он теперь бесполезен. Так, Скиф, у тебя есть топор? Нет? Да, в основном. Иди ко мне, конь. А, стоп. Иди ко мне. А, нет, я скрафтил топор, так что нам нужно рубить и готовить мясо. А тут как, без механизмов у нас, да? Ну да, получается. Особо. То есть... Ну что ты хочешь? Вы менюшки тыкали? Это нововведение такое или чё? Что? Я вот на костер жму, у меня 4 чисто этих появилось. А, и да, всё. Есть такое дело. Это, может, не доработаешь, я бы даже сказал, чем... Может, типа крафт, не? Типа... Ну, как-то забавно. Нахрен. Сейчас у нас, кстати, осень или... Причем не везде, это, скорее всего, какой-то баг, потому что... Так, я, по крайней мере, из ребят знаю, где механизмы нам добыть для холодильника. Потом надо будет сюда сбегать. Сейчас все проверим. Так, мне надо будет откушаться, но это у меня есть чем... По лиственным деревьям можно посмотреть, что у нас сейчас, весна или... Ну, так, сначала их нужно найти, тебе не кажется? Нашали где-то, нет? Не было? Да, давайте сразу, наверное, скажем, что моды мы не стали пока что ставить, дабы не повылетать или еще что-нибудь такое. Да. Поэтому у нас версия чисто без модов. Мы знаем о их существовании, ребята. Быть может, позже поставим. А какими ты пользуешься модами? Конечно, Skype. Ой, я бифала нашел. Предлагаешь уклоник селиться. И кажется, у нас, ребят, это весна, потому что. Потому что впереди жаркое время. Да.
Камыш. Один бифало всего лишь. Вот что, вот лиственные деревья, биом лиственных деревьев нашел, но листики с них не падают. Так, у меня опять есть яйцо, наверное, сразу дать Виталию, не мучиться. Ой, я резалку нашел. Съесть, дай мне свое яйцо. Такой, знаешь, как Шварценеггер, там, мне нужно твое яйцо. Так, Жека, что тут твои собратья кидаются на нас? Да то они попутали, рамсы попутали. Смотри-ка, у них какие-то штуки вылетают, прикольно. Ух ты ж, пух ты ж, тут на болоте. Душа улетает у них, или что это? Что, в сином городке? Так, такие белые штуки такие вылетают у них. О, у тебя же копья крутые, ты можешь копья крутые делать, да? Да, да. Кстати, купим. Да. И шлемы. Будешь нам копья делать. А еще ты можешь умереть в толпе пауков по ходу пьесы. Я тебе помочь-то особо ничем не могу. У меня оружия нет. Ну я их всех вальну, у меня что, у меня даже КП не отняли. Да, так, у него там, я не знаю, ее вроде пофиксили, но она имбовая в плане, она там чуть ли не хилится от ударов, что ли. Есть такое, вот, да. Я не помню, из-за чего это. Что тут из-за похавать? Я или из-за брони, я вот не помню, честно говоря. Броня вот имбовая, по-моему, у нее, не? Ну понятно, что лучше, но, блин, то, что она есть только мясо, это вообще грустняво. Так, тебе мясо-то нужно? Да у меня 4 куска с собой есть. На, это он пока. Еще. Это, по крайней мере, пока, Виталь. Скиф меня откармливает. Откуда? А, ни хрена ты. Ну, ты угадай, что... Угадай, кто хост и первый выбирал, что стырить. Ребят, у нас тугезер, а я ушел хер знает куда, ребят. О, вот я еще одну ресалку не нашел, нифига. А я со скивом тут рядышком, во. Еще одну ресалку. А я уже сам подкармливаю. Ох, ребят, правда, тут будет такой ночной дожор, я чувствую тут. У нас культ еды. Жорплей, у меня настолько просто, ну, настолько мало голода. Понимаешь, да? Я хочу тебя спросить, Виталь, по крафту, блин, сволочь, иди отсюда. По крафту, что стоит сделать вот эти броньки? Ну, не броньки, а каска. А, ты морковку... Ты чё жжёшь продукты? Два золота каской, два... А чё я горю, господи? А, у меня морковка в инвентаре догорела, офигеть. Каска футбольная вот эта? Нет, моя. Изверг. Так я спрашиваю, твою каску сколько стоит сделать? Мою, я ей говорю. Ну. На, Виталий, сказал, сразу тебе яйцо расти. А, да? Ох, ты мне сразу камень дал. Ой, камень. Яйцо дал, да. Да я его сейчас сожру, по-моему. Кстати, ты можешь есть вроде это, ну как бы. Ой, ты что такое? Это типа я нажал на семечко, типа съесть, она такая, не, типа я же воин, типа нахер. Не буду я его жрать. А мы их садить будем. На самом деле, там я вроде читал, она нифига не вот викинг, она просто актриса играет. Ну роль. Да. Это так... все читали, еще, да, я думаю, под видео не раз напишет. Да, да. Ну, я вот именно это и сказал специально, чтобы не это, но все клин. Нет, копье, кстати, имбовое, вообще жесть. Два удара паука нет, любого. Любого, даже паучихи. Ну, у него меч, ой, блин, меч, говорю, атака как у теневого меча. Хотя у него меч, по-моему, даже, наверное, с первой плюхи ложит. Я не помню, или с двух. Ну, Не, по-моему, с двух ложит. Мне, кстати, интересно, могу я его дать тебе? Могу. Ой, ребят. Я же сейчас говорю, стоит пояснить. Короче, я вас одену, ребят. Я тебе сейчас только что минут 5 назад об этом говорил. Сделай мне копье. Ага. Ну так ты мне дай 2 золота. А золото все у меня, ребят. 2 золота и 2 камня. Так. А я ой их знаю, ой где? А где этот еврей? А мы не поставили моды и не можем узнать, где этот еврей с золотом. Я так тебе и надо. Я сейчас буду оригинален. Я оригинален буду. Я на севере от базы. Ты ищи дорогу из кирпичей, знаешь? Я на севере от базы. А мы за мамонтом. Ищи, о господи, дорогу. Дорога. Ты помнишь, где дорога? Ты видел дорогу? Он ее помнит. Вот, да, иди. Находил. Вот, иди к ней. Мы уже не около нее, но ты иди к ней. Окей. Так, что, нашел след, не? Да, давай сделаем это. У меня, правда, ни оружия, ничего нету. Отличный воин. Ну, надо 2 золота и 2 камушка, и тогда я тебе сделаю. У меня еще и кремния нету. Слушай, даже... интересно, подожди, Вольфганг, да? У него атака же увеличивается, еще ему копье. От еды, да. Ну я-то жесткий тоже так-то, если разожрусь. Если ешь, да, если ты его кормишь. Так нам говорю, надо фермы там нехилые такие отбабахать, чтобы там едой снабжало. Ну а мне это мясо. Это только меня. А, тебе мясо? Тебе, да. Ну. А я спокойно мясо монстра могу. Ну ты тогда мою мечту осуществишь, ты 2 бифала обносишь стенами, короче. Они там плодятся, как кролики. Ты их доишь. Копьем. Копьем доешь такой. Иди сюда. Доитель.
Или обносишь стеной кроликов, и они плодятся, как кролики. Наш, да. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Тихо. Чух, чух, не спойлери. Чух, 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 чух. Да-да-да. Вуху! I'm Superman! Я отожрался. Да, пришел, нашел. Пофиг, я вот топором рубить буду, я сильный. У меня башка здоровая. Идея. Я на болоте, ребят. Я на болоте. Да, Фив, не гони его, пожалуйста. Я не гоню. Не его... Да, стоять. Не гони. А, мать твою. Давай с двух сторон. Ну... С твоей стороны же бежал. Да я знаю его, блин. Да стой, не беги. Заходим. Заходи с той стороны. А драконий фрукт не считается за мясо, не? Ну, драконьи пироги. Господи, гад. Господи. Надо будет попробовать. Стой, не вот беги, туда, не беги. Вот туда его, вот туда, загони, вот туда. Вот да, он. Блин, сделать... А, понятно. А-а-а, не попал. Какого хера, почему? Че, не сагрился? Это всего лишь пинт, Виталий. Это... Жень, молчал бы про пинг, у тебя 113. Ну это нормально, чё, это же я. Скиф. Вы лошадь нашли? Да, скажите, канавка. Вы лошадь нашли на большом фиолетовом ковре? Да. Блин, я только что там был. Я прыгнул. Господи, мамонт клал на меня. Ну, рядом. Убейте лошадь. Для холодильника, убейте лошадь. Убил. Она хилится, когда убивает врага. Жек. Да. Ну это тоже не новость. Она так-то прикольная, только ей надо постоянно жрать мясо. Да. Я помню, когда в подземелье... Так, стоп, я теперь не могу танковать. Вот большую, здоровенную щупальцу, когда бин, когда она спамнила мелкие. Я эти мелкие убивал и постоянно хилился там вообще. Ух ты, шабол. Это просто месиво. Так, мне тоже надо мяско. Чуток. Мяско на коляске. Я еще и хобот стыбрил. Второе сожрал. Это какая-то вообще... Типа, возьми мясо. Дай мне, у меня еще есть продукты, хавай. Сколько тебе? А, ну ладно. У меня еще там какая-то травища есть. Да, травища. Так, ковер. А чё бы тут базу не разбить, а? Травоядные. На ковре? Ты просмотри, мне кажется, базу вот если... Ну надо, посмотри, место надо посередине выбрать. Посередине как-то, между биомами. Ну это логично. Чтобы не одного. Но мы построим тупо на ковре. Не, ну можно ковер собрать с собой. Не, ну можно, конечно, но мы построим. О, еще конь. Одного долбану. Так, я что-то ни хрена не пойму. Я болото почти обошел, а как выйти от... А, наверное, вот. Блин, так. Ребят, ну я имба, конечно. Ну, ты почувствуешь, как ты это серию через 5 там повтори. Да, когда у тебя там полностью голод будет, ты... ребята, есть мясо! Я имба, ребята! Ты видел, да, типа белая такая херня? У меня 87 жизни уже, я уже две плюхи выхватил. Молодец. Сколько я плюх выхватил? Так, а у тебя даже и каска делается из золота. Да. У меня 10 даже. Так, пойдем. Моя каска делается из 2 золота и 2... Копье? А копье делается... 2 палочки, 2 золота и 2 флинта. Ну, или как он там называется? Угу. Кремень. Кремень, да. Что, у меня флинт как-то с пиратами ассоциируется? Ну... Я какой бутылка на торренте там. Слушай, может раскирачить их, нет? Да, господи, с... Успокойся. Я не могу. Я не могу, я хочу их убить. Тем более Жеке мясо сейчас добуду, не? Тихо. Так, я все-таки не могу уйти с этого биома. Я биом, прикинь, с болотом обошел весь, я найти не могу проход. Наверное, где-то здесь. Офигеть, прикинь. О, тут тупик. Скиф, ты где? А я вверх убежал. Прости, Евгений, но твои сородичи мне помешали. И главное, мясо с них забирай. Тут тупик, да, короче. Все собираю. Да и тебе на тефтеле пригодится. Или, ой, вообще в один пароход. Ой, классно, я нашел пароход, наконец-то. Так, поедем. Скиф, ты куда упер? Да вверху, внизу, сбоку, справа, слева. О, броньку нашел, шикарно. Блин, да это ж рок, теперь нам селитра нужна, ой, как. Кстати, лето же, господи. Да, и лето вот. Давайте вот. Селиться уже где-то, не? Ну, мы на биоме, который вообще где-то в углу. Поэтому ты явно не здесь. Ну, хз. Так, дай-ка я посмотрю. Так, а как бы мне так к вам? Я сейчас выйду куда? Я сейчас выйду к порталу практически. По идее, к порталу? Да? О, мы... тут лабиринт, твою маковку. Опять что ли? Да, так, такой я, же. Я есть ухожу отсюда потихо в сторону. А я смогу, интересно, щупальца валить в одну каску, не? В одну каску. Ну, каска смешно звучит.
Однокасковый. Однокасковый, да. Придется постоянно охотиться там, я не знаю. Так, погоди. Кроликов. Мне. Так, а, подожди, то есть я могу жрать, Жень, и мясо, то есть и тефтельки, да? И мясо, да. И мясо, муж, а можешь любое... мясо с мясом там. Да. Мясо с мясом. Мясо, мясо в мясе, да. Да. Хлеб любое из мяса. Любое блюдо, там, в котором да. есть мясо. Ну, хотя бы один кусок. Не так уж и хардкор. Даже, ну, ну, да, но нет. Что ты творишь? Ребят, я по каменной дороге бегу. Ну мы а на ней. Мы в сторону бежим... вот этого ковра. А мы нет. А, ну, вот мы. Вот и так. Вы. Да не знаю. Ну что, вообще посмотри, если так, надо костер быстро. Дай золото и камень. Что, а, ну да, 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 да. Есть кремень, Жека? Сейчас посмотрю. Я все сброшу здесь. У меня дофига. Мне два кремня нужно, мне просто на кирку, чтоб я себе уже кремня добыл. Куда Виталь, дай мне мясо. Что это, Виталий, оставай? Что ты там, брынь с полы хату? Что это было? Пойдемте золото сейчас. Добывать. Я 10 штук. Да у меня есть золото, что дать вам? Так. Ну да, я оружие там. Судя каску по тоже бы не помешало. Флинт мне нужен. Сколько тебе нужно флинта? Жень, на. Вон флинт валяется, 5 штук, бери. Так, ну кстати, я вам все ресурсы по флинту. Так что мне вам каску дать или что? Или сделать? Что вам заказ? Каску, копье, каждому да, по каску, копье. Каждому? Ну, не хватит. Ну хватит, ты сейчас золото пойдем еще. Да. Да. А, на каску. Не, все хватит. Все хватит. Хотя по каске сделать для начала. Ой, Синати. Ого! И мне. А тебе рука. У нас сейчас будет этот сериал Викинги. Только не возле костра. Не ложи возле костра, Виталик! Сейчас еще спалишь нахрен. Все. А он уже кинул, я морковку горящую взял, она мне догорела в инвентаре. Я такую гадю, о, смотри, смотри на меня! Бородатый, а, смотри, тяж... какой он бородатый, смотри, смотри, он бородатый. Что-то мне это не нравится, борода. Смотрите, как протеин, блин. Фу. Фу. Так, а теперь что там тебе надо для того, чтобы это сделать? У меня есть две штуки для копий. Копия, так, копия, давай. Обязательно да, эти. Нате копии, ребят. Алёша, селитру? Беги-беги-беги. Селитру обязательно. Спасибо. А-а-а! Копьёшка. Так. Сюда вначале. Что делать, блин? У меня с пауками рассудок растет или да? Так, кто может сделать мне эту сумку? Да давайте этот... Там рецепт на сумку был, по-моему. Кто читал? Кто читал? Только кто читал? Нет у меня. Я читал все рецепты. А, есть. Нам нужно сделать сумку. Где будем селиться? Давайте. О, благодарю. Виталь, на. Благодарствую. Знаете, вот соберите вот это. Хе-хе, я, по-моему, нереально круто выгляжу. Жень, а? Вот тебе мой подарок. О май гад, был. У меня места нет, Виталь. Это переходящее яйцо, береги его. Забери его пока, подожди. Смотрите, народ, вот там ниже, там лабиринт и переход на большое болото. Огромное болото. А нам не нужно болото же. Вот тут сверху я не был, вы были там сверху? Не, пошлите. Это вообще-то... О, у нас редкий случай, кстати, за это... Господи, скриншот делайте, у нас с Жекой вверх совпал. Ну, нет, для меня вверх, да. А у меня низ. Тут много пауков, это хорошо. Всех выносили. Блин, у меня рассудок что-то вообще печаль. Печаль? Ты паук, у тебя его нет. Так, там же реально викинг такой, паучий. Хотя ты тоже не паук, ты мальчик, которого съел паук, и он вступил с ним в симбиоз, там что-то какое-то такое. Он просто его съел, короче, он вырос внутри него. Смотри, свин на пробежку с нами пошел, без палева. Кто шагает дружно в ряд? Музыка из Рокки Бальбоа. Ну, такая. О, это я что-то... Сейчас этот нафиг, авторские права еще повесить на ролик. Ребят, что-то я не очень прижал. Антон, отстань! Отстань, Антон! Нет! Нет! Не поймай! Тут ягодки, ягодки. Так а ягоды я один ем? Нет, получается... я тоже ем. А, ты же все же ешь-то. Ты... Я всеяден. Я только, это я только мясоед. А я... Отличился, мясоедушка. Виталь, на вот это еще забери, пожалуйста. Так, я что, рассудок? Всякие скидывают, я что вам? Кстати, вот... Антон идет. Антон идет. Виталь, на, расфигачивай дома свиней. У кого лопата есть? Выкопать кусты есть, садить. У меня есть, нет, есть лопата. Антон бежит, Антон бежит. Антон! Нет! Нет! Антон! А, окружает, Антон окружает. Нет! На, скиф, я тебе лопату отдам. Нет! А, мне лишнее. Будешь в стройбате. Нет, накопай, я имею в виду. Я не могу так. Копать, за меня Антон. Так, Антошка, отстань от него. Нет! Ты, я вы! Такой.
Антошки сейчас дам, да я сейчас их домов лишу. Антошка, да, фигачь, собирай, нам пригодится. Мало того, что там, ну, как бы... Футбольные... Ах, зачем нам футбольные каски? Не нужны, но мы дома Антонов сделаем где-то неподалеку. Относительно. Чтобы и мне ходить нормально было, да. Так, я кусты с ягодами, я все выкапываю нафиг. Да-да-да, собирай, нам пригодится. Главное, не спалить к чертям. Что ягодка нам очень нужна. О, это ж надо зимние эти машины делать, их несколько штук. Да, надо флегматик. Так... У нас, короче, все довольно серьезно теперь. Ну, а ты думал? Не, а за-за, иди шо. Да, как-то в голый Don't Starve играть без рок как-то, ну, не очень уже не на то. Самом-то деле, да. Не хватает контента, чувствуется, что не хватает. Не додает игра тебе такая. А рыба откуда? Жек, ты специальник, что ли, агришь? Да нет, Антон, отстань! О. Нет! Отдай мое мясо. Так, и траву надо нарыть, у них тут целая пачка свиней. Видите, Антонов, Понаразвебей. А, ёп. Нынче я, наверное, фермером буду. Хорошо, без проблем, Скиф. А я что, по мясу вот, буду? Вот, Виталий, уничтожай. Ты будешь ходить на мамонта, там, как в старобытные времена. Да. Добывать. Папа за мамонтом, да? Шикарно. Виталий будет сидеть дома у очага, как в старобытные времена. И дохнуть с голода без мяса. Кстати, ты рыбу вроде тоже можешь еще есть, если я не ошибаюсь. Ну, это мясо, да, считается? Ну, рыбье мясо, да. Ну, Жень, это мясо, как-никак, все-таки. Так, живое как? Существо. Никак. Никак, 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 никак. О, у меня рассудок минус. Давай не какать. Лол. Так там, там цветы подбери, не? Антон, отстань. Он за тобой не бежит. Вот, и даже эти. Ой, я уже стак насобирал полный. Оу. Ребят, без лопати. Все, я лопату уже сломал. Че у меня тут? Я не пойму, из-за чего? Наверное, из-за свиней у меня рассудок в минус ушел. Конечно. Да? Ну. А из-за каски, наверное, заказ... плюс идет. А из-за каски не может, нет? Ну, у меня по чуть-чуть идет в минус рассудок. И, у тебя из-за каски рассудок не падает? Нет, у меня он сейчас просто что-то падает, о, хотя венок даже одет. Что, вот еще, Скиф, копай. Да нет, у меня лопата уже. А, уже нет. А че мне тухлятина выпала? Думал, мне сейчас рыба выпадет. Так, я все, я уже неплохо накопал. Пойдемте уже, надо мир исследовать скорее, уже придумывать, где база, потому что да, нужна да, куча да, еды. А ну, позащищайте меня сейчас секундочку. Так, ну, по-видимому, то, что я вижу, нам надо где-то селиться на в том биоме, где мы встретились. Вот честно, это так, ну, более-менее середина. Я думаю, сначала вправо теперь пойти, посмотреть. Какое право? Киф, это сильно долго, лучше, да. Какое право? Ну, хотя бы какой-то мини-баска, не? Мини-баска? Ну, потому что, у нас золото есть? Две штуки всего лишь осталось. А это... на что там, на машину хватает, не? Ну, там одна вообще нужна. Одна нужна, на машину да, хватит, да. Отлично. Ну, идем по дороге пока, ребят, да? Да, давай, давай, Жек, вот мне нравится Женина идея там поселиться, где мы вот встретились тогда. Ну, просто я посмотрел... Давайте там, ну, смотрите что сами, теперь? Но я посмотрел, это действительно более-менее середина, что ли. А если что, пойдем просто, ну, что, все равно путешествовать, какая разница? Да, будет тут и вот эти деревья появились, которых не было в обычной версии. Когда пойдем. Слишком долго играешь в рок, потом уже забываешь, что было в обычной, и наоборот. Ну да. Ну, я бы не сказал. Я не особо забывал вообще-то, потому что я еще из-за ВЭСа играл сейчас. А, время. Ну, видишь, особо... у тебя у меня контраст. И покраска там разный, я все время путался. Ну, здесь, мне кажется, будут какие-то приколюхи новые, нежели в обычном роге. Ну, должно быть что-то. Да. Я надеюсь, они все-таки запилят каких-то пару новых боссов вот тут, честно. Хочу. Жень, куда ставить? Говори давай. Да давай посмотрим, подожди. Давай быстрее эту ночь. О, следка это, мамонт. Где? Вверху. Не, ну не мамонт, след мамонта. Ну давайте где-то возле дороги пока, а там подумаем. Где поставить это поставить? А, темно! Мы все умрем. Виталя. Кто-нибудь зажжет, нет? Окей. Ну зачем ты привтул возле... На. Так, опять у нас король полемики. Нет, это Виталя заводится. Ты чё в костер залез, и там что-то копошишься? А мне прикольно, прикинь. Ух ты. Да... Понял? Мне голос прикольный всех. Так, рыбёху подарил. Скиф, ты собирал селитру, да? Ну, да, немножко. Ну, чтоб до кучи, чтоб место у меня, каждому. У меня последнее место осталось. Больше не мам. Я зато ем с реактивной скоростью. Мам. Так, вот. Вот тут я не был, по вот этой тропинке выше. Вы были? Может быть, те.
Не. Гляну, мне не был. Кстати, ты убил этого механического, да, Виталь? Да, убил, у меня 4 механизма. Хорошо, а скивы теперь они не нужны. Не, на холодильник. Да, я постараюсь, поглобызаю их хоть. По старой памяти. Полежу там, я не знаю. Как сушку, да, не знаю. Сушка. Сушка, действительно, она же похожа. Так. Саша, деревья. Шоссе ура. Ела хлебобулочные изделия, да? Не, в этом био нафиг, Виталь. Одно дерево заденешь или что, оно тупо вылазит, начнет тебя фигачить. Нафиг. Блин, опять био. Отраву эту гадку хватаю. Боюсь, да ну, это неблагодарные соседи. О, я когда только в рок начал играть, я сразу понял, что они неблагодарны. Сейчас у меня эти шишки. Шишки. Вот это вот шишки бегающие, вообще бред. Бегающие шишки. О, давайте поохотимся, ребят. Да, чем ты его ловить будешь? Ну, мы как копьями. Вот, я нашел биом, ребят. Не? Каменный. Мы пошли господи. Охотиться. Нет, не нашел. Что, мы охотиться пошли? Да, мы пошли охотиться. Ну, пойдем. А мы пойдем на север. Интересно, а меня лечить будет твое копье? Вот, что интересно. С чего это? Нет, тебя лечить оно не будет. Нет, это же не копье лечит. Это же не копье лечит. А шапка? Это или скилл такой? Это мой, у меня пассива да, это, такая. Да, это как так. У тебя пауки не трогают, так он там хилится. Я хилюсь за после убитого врага. Ну, типа приободрение или как. Ребят, действительно лето впереди, я не знаю, как мы выживем. Я нашел просто ледяные эти штуки, и они самые маленькие. Так. Самые маленькие. Нихера тут, блин, туман, как у негров. Туман. Ой, нафуняли. Ивушка. Ушка. Ты что там пыхнул туману? А-а-а, ушки. Травушки. О, каменный биом, не? Ну да, кстати, вон там золото, все дела. Давай сейчас быстро этого порося валим с хоботом. Порося с хоботом? Так, вниз. О, еще камушек золотой. Был камень простой, а стал золотой. Да не, варга это там вообще там очень-очень мало вероятности. О, хрен его знает. Там вообще понты. Варг! Не встретился нам. А, мы можем эту найти. Как его? Овцу. О. На, ты ж бы... Как так? Какого хера я убил, блин? Что? Что ты там убил? Я задаюсь этим же вопросом про... Так, окружай его, стой. Да господи. Ай, каску сломал. Бей его. Да как не сцы-то, я-то не хилюсь. Так я-то не хилюсь, я в него пока не убью. 5 ударов отбежал на мамонте. О, мы его что-то порвали, как тузи грелку. Конечно, блин, нихера его рвать. Так, все, шикарно. Да что я тут траву собираю? Нафиг она нужна? Кому она вообще нужна? Давай собирай камень. Кстати, да. Где кирка? Все, последнее золото больше нет. Все, сейчас будет. Там вверху еще где-то. Тут много таких камней и золота, у меня просто места нет под золото. А где Жека? Я исследую биом. Опять где-то. Я исследую биом. Скивозавр. Дай-ка мне. Витализавр. Витализавр. Это что, сборище заик? Ничего. Да. Или у вас там азбука Момо. О, золото. Золото. Блин, а где камни были? Туда влево, вверх. Выше. Вверх. Меня всегда будет угорать это направление. Вверх. Да нет, не важно. Просто не важно куда, вверх, вбок, влево. Просто что у всех у нас оно разное. В Дон Старве говорить о направлении очень сложно. Да. Я вот камеру не кручу, я ее, ну как кручу, но я оставляю ее в исходном положении, в котором я появился. Дай один этот флинт взять. Кого тебе надо? Флинт мне нужен. Ну на, сколько тебе надо? Да все уже взял, не надо. Ой, дождик. О, весна, я могу бегать весна. Под дождем, аллилуйя. А на Макане еще нету, что ли, я смотрю? Опа, на Макане действительно нету. Так а что оно сразу-то появится-то? Оно сразу появляется. Да. По-моему, чуток. А, подожди. Не, оно сразу появляется. О, появилось. Вдруг откуда не возьмись, ну, появилось. Это Together. Тут может быть чудеса. Альфа. Полемики.
Ребят, так. Ну что, надо бы это, да? Я на дорожке. А вы где? Мы, как сказать... А мы где? А вы на другой дорожке. А мы в биоме, да, мы тут панимся. В каком биоме вы? Ай, в каком-то. В ой, господи, у меня флинт из-под носа тырят. Скиф, пошли назад. А где он зад? О! Гном! Гном! О май гад, был! Гном! Братишка, гном! Братишка, гном! Гномик! Все, мы точно выживем. Гном с нами, чуваки, все, ребят, это все, это жизнь прям... прекрасно. Да, это, Жень, это стопроцентное выживалово. Куда бежим? О, мы нашли червоточину. Есть просто маленький... О, прыгайте, я только что тоже в червоточину прыгнул. И куда нас сейчас выбросить? Да, вон вы. Я тоже в нее только что прыгнул. Так, что тогда, давайте уже это того. Где мы, кстати? Херашеньки, хера. Ну, вот то я и есть центр все-таки, как я и говорил. Вот то и есть центр. Где надо селиться, мне кажется. Ну пошли туда тогда. Да? Или здесь закончим? Уже. Ну давайте пока. Да. А потом ну что ж, огромнейшее спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Это начало, надеюсь, эпичное начало наших выживаний, просто потрясающих, и смертей тоже эпичных. Не без этого. Огромнейшее спасибо. И за то, что поставили лайки и прокомментировали. Подписывайтесь на всех нас и подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем пока, ребят. Бай. Пока-пока.